по-узбекски. И прежде всего, конечно, есть один смартфон. И что есть? Кроме того, есть книг для пользователей. И это USB-кабели, наушники для батареи и два батареи, конечно, еще один в этот смартфон. И вот, давай смотреть, что интересно в этой смартфоне. И вот, давай открыть. Вот, очень быстро, да? И вот, давай смотреть. Я думаю, что вы обязательно хотите смотреть его AnTuTu. Сколько? Вот так высокий, да? И вот смотреть информацию, сведения. Прежде всего, модели телефона. И это марка, производители, модели ЦБ, это код Crow. И вот размер экрана. Что еще? Эти информации. И вот я хочу сказать, эта камера очень высокий и высококачественный фотограф. Для жизни очень важно, да? И, конечно, это версия Android 8.4.2.1. И вот, дальше смотреть. Давай смотреть настройки. Конечно, его поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и много язык. Кроме русского, что еще? Так много: английский, французский, японский, корейский, испанский и так далее. Конечно, есть китайский. И вот дальше смотреть. Эти информации мы уже узнаете. И вот смотреть его камеру. Я сказала, что его очень высококачественный, и мы можем попробовать смотреть его фото. Так чистый, правильно? Эти китайские иероглифы. Очень интересно. Я думаю, что вы обязательно очень интересуете. И вот, давай смотреть. Я думаю, что это обязательно поддержит очень чистый новый фильм. И давай смотреть. И вот. Вы можем смотреть это экран очень чистый и очень быстрый и очень острый, конечно. И это размер очень удобно для нас. И я думаю, что каждый день мы можем в метро, на автобусе и можем смотреть фильм для жизни. Согласна? И вот, давай дальше смотреть. Кроме того, мы можем играть в игры. И вот, это очень популярно сейчас в мире. Подождите. И вот, давай.
Быстро, быстро, быстро. Ой, и вот, к сожалению, я не могу первый, но, конечно, чемпионов всегда только один, да. Ой. Ну, я думаю, что это уже достаточно, и вы обязательно уже много информации узнать его, это новый смартфон. И сегодня очень большое спасибо вам за внимание. Спасибо. До свидания.